Всем привет-привет. Не знаю, рассказывала, показывала до этого или нет, но когда мы гуляем с девочками на улице, с нашими чихуашками, я использую вот такую вот прищепочку. Вот так вот она цепляется на ошейник. Ну, дальше фиксируется, мне просто неудобно одной рукой показывать. Включается лампочка. Я называю его светлячок. Одной рукой неудобно. И вот такая вот лампочка горит. Я покупала в обычном магазине. В комплекте идет две штуки. Мы ими пользуемся уже очень-очень давно. Батарейки, наверное, меняются. Я как-то никогда не придавала этому значения и внимания. Ну, очень удобная вещь. В темноте вообще классно. Видно, где бегает ваша собачка. Такая вот прищепка очень-очень прочная. Металлическая. Она не пластмассовая. Она металлическая. Видите, фонарик светится. Сейчас приближу. Это Мэри повернулась боком. Мэри, иди ко мне. Вот так вот он светится сдалека. И видно, где находится ваше животное. Очень удобная вещь. Потому что в темноте иногда не видно, где бегает. Такой вот светлячок. Маленький светлячок побежал. У нас двор закрытый, так что он бегает без поводка. Какой светлячок бежит. Пошли. Подъезд. Ты светлячок у нас сегодня.